тайки. Татами на разогреве. Все готово к главной схватке дня. Уважаемые участники, давайте поприветствуем спортсменов, участвующих в суперсхватке по правилам ADCC. Вес 107-500. Поприветствуем. На связи, сюда. Андрей Сокович. Вес спортсмена 116 килограмм ровно. Схватки ожидаем, конечно, эффективного и красивого шоу, потому что, ну, в первую очередь, это смешение стилей, то, что всегда привлекало людей. В лучших традициях промоушенов 90-х и 2000-х, Pride и других, где выходили люди с разными школами подготовки единоборств и доказывали, кто из них сильнее и эффективнее именно, что называется, в прикладном рабочем характере. 29 февраля мы планируем провести большой турнир, в котором сойдутся представители разных стилей, разных видов единоборств. Как по правилам бокса сойдутся боксеры, по правилам кикбоксинга сойдутся кикбоксеры. И будет бой по правилам, скажем, прайда, приближенный к прайду. Максимально интересное зрелище с серьезными ударами, с нокаутами, с бойцами, которые выходят как гладиаторы побеждать. Формате Республики Беларусь такого точно никто никогда не делал, это я уверяю. Во-первых, это два именитых спортсмена в нашей стране. Марсель Сычев, это мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, призер чемпионатов Европы и мира. Андрей Сокович достаточно известен в кругах джиу-джитсу и грэплинга, так как он абсолютный чемпион Беларуси по ADCC грэплингу 2017 года. Я уверен, что данный формат не оставит равнодушным наших зрителей, в том числе он не оставит равнодушным наших участников. Уже на этом турнире у нас принимает участие Александра Ситникова. Она является призером чемпионата Европы по муай-тай, но решила себя попробовать в абсолютно другой для себя дисциплине. Посмотрим, как у нее это получится. Саша реально приятно удивил, она все время такая неуверенная в себе, там, вот я позанималась там 2 недели, только мне там объяснили правила. Меня очень порадовало это ее выступление и то, что она технически выполняла такие джиу-джитерские приемы. Спасибо Павлу Кавскому, тренеру, который это показал, и она это быстро усвоила. Просто умная девочка, все понимает, вся в тренера. Ударку мы ему ставим. Если бы они сейчас проводили схватку по правилам ММА, то я думаю, Марсель бы выиграл, несомненно, и довольно-таки, я думаю, быстро. А выиграет тот, кто подготовился лучше. Для меня борьба все расставит на места. Вот мы с ним выступим по борьбе, это отдельный вид спорта. Есть ММА, это совершенно отдельная история, скажем так. Совершенно другая подготовка, другой менталитет нужен, скажем так, чтобы получать по лицу, самому раздавать по лицу. Вот, я более такой добрый человек. Моей главной задачей не купиться на все уловки, придерживаться того плана, то, что я делал на тренировках. Я считаю, что противостояние с Андреем по правилам ММА либо по греко-римской борьбе было бы очень интересно, так как сейчас я плаваю в его
бассейне. Также я хотел бы, чтобы он поплавал потом в моем. Я только что стоял рядом с Андреем Саковичем. Здоровенный парень, тяжелый. Джиу-джитсу – это тоже эффективный прикладной вид спорта. У него пурпурный пояс. Он неоднократный чемпион и Республики Беларусь, и других турниров. Поэтому, конечно, просто Марселю не будет. Схватка будет, я думаю, ну, очень серьезная. В связи с этими соревнованиями я пользуюсь случаем всех вас пригласить 29 февраля в Falcon Club на турнир MGC 2, где я буду участвовать по правилам смешанных единоборств. И также там будут присутствовать такие виды, как бокс и кикбоксинг, где встретятся лучшие бойцы всего мира. И я считаю, что всем понравится. Приглашаю всех, и будет очень жарко. Мастер спорта международного класса Республики Беларусь по греко-римской борьбе. Марсель Сычук. Со старта стало ясно, что Марсель вполне предсказуемо чувствует себя в гостях. Сакович же по-хозяйски постоянно предлагал классику парта. Тот, кто внизу, часто опаснее того, кто сверху. И в итоге Андрей дождался своего шанса на фоне усталости, подловив Сычева. Болевой на руку. И честь грэпплинга защищена. Грейси должен быть доволен. Вышел на ковер, вот, увидел Марселя. Это здоровая машина, такая рельефная, плотная. Схватка была прикольная, ну классная. В том плане, что мне надо было найти ключик. Мы долго возились с ним, бегали. Потихоньку схватка довелась до того момента, что он решил сам залезть ко мне. И из-за этого, кажется, и проиграл, возможно. Я в первую очередь хотел бы сказать организаторам большое спасибо. А также отдельное спасибо моему тренеру Константину Михайловичу Маханькову за проведение такого плана соревнований. И также всех людей, кто со мной рядом работал. Это Павел Капский, также ребята с Академии ММА. Я очень благодарен им. И, конечно, я немножко расстроен, что проиграл. Но есть над чем работать. Я думаю, дальше только лучше будет. Мне понравилось. В любом случае, все было зрелищно, эмоционально. Все переживали. Непонятно было, кто выиграет. Не было преимущества ни у кого на протяжении 5 минут. На 6-й минуте, да, Марсель попался не в свою стихию, попался не на свой прием. Можно было с него уйти. Также от двух удушающих уходил его соперник, да. Марсель попал один раз, уйти не смог. Ну, может, и лучше. Лучше, чем ему бы руку сломали, он бы у нас не смог выступать на шоу. А так, ну, предложение поступило побороться либо в грехорибской стиле, либо по ММА. Но от Саковича ответа такого мы не услышали конкретного. В любом случае, было все красиво. Шоу получилось на сатера, зрители довольны, все счастливы. Приглашаю вас от имени промоушена MGC 29 февраля в Falcon Arena. Билеты уже в продаже на сайте Квитки.бай, а также в их кассах. Шоу интересное, приходите. Все, кто интересуется единоборствами, спортом, кому не безразлично бои в настоящем мужском стиле, всех приглашаем.